оператора нету. Уже больше по всей России бывать не будет. И Наталья Александровна, естественно, тоже с ним. Ну, начинал. Так же, как и другие двое ворот. Центр памятник, посвященный какому-то, не помню, какому юбилею основания Владимира. Ну, так что подойдете, почитайте. Вот. Дальше справа Успенский собор, видите. Там в глубине с левой стороны Дмитровский собор. Я пошла оформлять экскурсовод. Там вроде бы это страусы, яйца там перепела, яйца вот это страусиные. Ну а что делать-то? Он как мне сказал. Ну, находимся мы с вами, конечно, в самом сердце города Владимира. Можно сказать словами: отсюда есма и пошла. Был похоронен наш выдающийся, действительно, князь Александр Невский. Ну, мы сейчас с вами едем по территории Мономахова города. Посмотрите, справа и слева от вас, вот они, внушительные валы града Владимира Мономаха. А сейчас мы с вами въезжаем в не менее интересную тоже часть города 12 века. Называется он торгово-ремесленный. Буквально здесь, вы знаете, были в противовес двум частям города деревянные дома, только деревянные дома. Вот когда в центре здесь стоял, в общем, храм, была колокольня. Новичаны села Борецкого. Вот такие строители. Ну а с правой стороны вы сейчас видите уже буквально ближайшее к нам село. Вот оно перед вами. С правой стороны, смотрите, колокольня нас встречает. И храм 19 века Василия Великого. А это село Борисовское. Причем стоит, вы знаете, село Борисов. Сейчас мы сами спускаемся на речке. Ныне это маленький, почти полюс. Помнят эпоху Екатерины II.
Здесь когда-то, видите, с левой стороны такой бутафорский домик. Да, выходил городовой усатый, проверял документы, брал налог с товара. Я думаю, что у нас все нормально с вами, да? И вот мы с вами уже непосредственно в городе. Смотрите, указом Екатерины II сударцы только две улицы выпрямили. Еще раз повторяю, две улицы. Все остальное оставили в неприкосновенности. И второй был указ Екатерины. Выше двух-трех этажей в Суздале не строить. И тоже выполняет. Смотрите, с левой стороны два интересных купеческих дома 19 века. А с правой стороны, смотрите, да, бывший когда-то еще в 13 веке Введенский женский монастырь. Сейчас это Знаменские церкви, зимняя, летняя и, конечно, Колоколенка. Сейчас, извините, реставрируется на серебро. Давайте оценим художественный вкус этих, да, мастеров. Какое они шикарное место выбрали. Обратите внимание, какая красота, какая лепота. Слушайте, прямо средневековая картиночка. Так и хочется быть живописцем. Приготовьтесь, пожалуйста. Можете взять с собой денежки на сувениры. Мы сами потом спланируем, как нам все это сделать. Я вас приглашаю на экскурсию. Громкоголосость. Ты снимай, и я буду около тебя дышать, как она говорит. Странный мужской Дмитриевский монастырь. Дальше мы с вами смотрим как бы карту Суздаля. Слушайте, Томилов, деревянный переулок, храмы стоят, улица идет. Чувствуете? Дома на улице украшают. Как ваше лицо? Украшаете вы, да? Всегда обязательно... И вот это мы решили, все говорим, да, Суздаль, город-музей, да, город до Петровской истории культуры. А какой всегда Суздаль? Правда? Дорогие мои. Микрофон установлен. Завтра служба, она говорит, будет, и все будет. Ой. Вот там потери. Котировка. Относились к земле матушки. Она и давала, да, иногда очень хорошо. Не получается ничего, представляете, да? Где густо, где густо. Я помню, как папа вот так вот сеял зерно. И так далее. Очень интересный, да. И вот смотрите, видите, лен мяли, лен теребили. Носили только натуральные. Вы тоже носите, да, молодцы. Так вот, хочу сказать, смотрите, лен мялки, вот перед вами они. И лен здесь, видите, буквально зеленой. Поэтому я думаю, что у вас, может быть, тоже есть.
такой парадный выезд, помните, 6 дней? Можем. Потренируйте, ладно? Значит, должен впереди ваш муж идти. Дальше вы наполовину плеча мужа, за мужа. Ну, раз у меня русский, ну-ка скажите мне, что войдем в избу. Что за слово? Что оно означает? Быть, да, в провинции Сиане. С 10-12 лет мы тут девочка есть, да? Вот она скажет, сколько тебе лет. Начинала готовить себе приданое. Ну, а этот сундук она получала как да? Самое большое, да, такое полотенце. Повторяю, от трех до пяти метров. Это вот, да, мой дом, моя крепость, да, и так далее. И войдем с вами в избу. Давайте, пойдите. Вот подожди, пока хозяев придет. Я думаю, что вы знаете, что такое, да, красный угол. Но простите, по культуре речи мне хочется называть красным углом. Я думаю, что, скажем, маленький домашний, да, иконостас. И иногда самый почитаемый на Убрусе специально, знаете, даже продается, называется угол. И раньше, знаете, когда входили, вот, когда жарко на улице, войдешь. Опять все сделано чего? Для здоровья, да, и так далее. Так, фотографируйтесь, и с вами выходим. Направо вниз тетечку идем. Светилку нам не показывают. Слышь, а кровать-то уже здесь подвинется. Да, там, вообще там у тех было покороче. Полтора метра, наверное. Да. А, здесь, а там печь-то? Там, здесь, печь. Там была печь. Была, печатка. Была, она еще занавесочка приклеена. Мечта туриста вас ждет, если есть мечты. Вон деревянный домик, 5 минут. В паре есть вот такие делали амбары на сваях. Ну а мы с вами смотрим Суздаль буквально, да, с объездной дороги. С правой стороны, посмотрите, какая мощная речка Каменка. Мы ее почистили недавно, вы знаете, да, приезжайте к нам скоро, когда будет тепло. Здесь кувшинки, здесь белые лилии, и вообще лепота и красота. Обратите внимание, перед вами Суздальский Кремль, вот он, красуется с валами 12 века. Деревянный храм стоит, вон перед вами, на деревянный храм Николы тоже 18 века. А мы с вами будем в Кремле. И как на ладони Кремль, посад и монастыри. Между прочим, валы сохранились на посаде. Тоже насыпные, оборонительные. 2 километра. В 20 веке, я, чтобы объединиться в борьбе против Москвы, местные князья, два брата, Борис. И дорога, к которой мы с вами сейчас приближаемся, старая дорога, которая потом пойдет. Стромынка называется. Дорога Стромынка начинала с Суздали. В Суздале валенки продаются, зимой приезжайте. С правой же стороны, смотрите, дом, видите, с большим двором, ведь когда-то был даже герб города Суздаля, коронованный сокол. Кадры фильма «Жить до Бальзамина» вспоминаете? Помните, особенно дом 19 века, вот такими бровками характерно. А второй этаж жилой. Мы добавили там различные постройки, это одна из самых наших таких дорогих гостиниц, называется «Николаевский посад». Приезжайте, если можно отдохнуть. На любой вкус, на любой кошелек в Суздале можно действительно здесь побыть. Но у нас сегодня так называется форум. Чем ближе к Кремлю, у вас там то же самое. Носить название Спасов Ефимовский монастырь. Первоначально он был деревянным, а вот начиная с 16 века, знаете, он буквально облачается в камень. Здесь появляется огромный завод. И представляете, мои хорошие женщины, опять вас развесили, давайте улыбнемся. Двойные... Через большой, самые именитые и богатые люди приезжали. Вы меня именитые? А нет, нет, они на камеру шагучили. Что, хороши? А вот там тюльпаны какие красивенные. Где? Они
желтые, как бы. Тогда тоже лучше будет. Это, конечно, не итальянский мрамор, это искусственная, видите, такая, мы говорим, крошка. Но, повторяю еще раз, полностью вся резьба, полностью. Князь, он по рождению военный, уже на службе не царя. Вот. А вот это, что ли, площадка смирного? Особый. Ну вот, например, Василий III, великий князь московский, прожив со своей женой, красавицей Соломоне Юрьевны Соборовой, 23 года, не дождался наследника. И как вы знаете, очень просто все дело. Сейчас развод, да? Уходи, противный. Должны быть в автобусе. У нас уйма времени еще. 40 минут нам на Суздальский Кремль. Значит, как его найти, где наш автобус стоит, я сейчас все при выходе расскажу. Приготовьтесь, пожалуйста, за мной. Кремль
кремлевские валы 11-12 веков. Последнюю насыпь, ну прибавьте еще 2 метра высотой, сделали только в начале 13 века, времена Всеволода III Большое гнездо. Посмотрите, как это сделано. Тебе мы только что там вылетели. Не останавливайся, ладно? Смотрите, как мы полепно. Вы извинитесь, мы вас перебили. Я на нас фотографирую быстренько. Всю группу не а, ну давайте, давайте. Быстренько. Не, я не мерзну. В эту ли часть? Первый, второй, и так далее, это этаж. Пройдете вот это ведь архиерейские палаты. Там 60 комнат только архиерея. Не выходя на улицу, не одеваем тулупы, валенки, вам понятно? Вот-вот все сделано. И также можете, не выходя из дома, да, пройти все здание. Слушайте, вот умели делать, да? Я хочу вам сказать, как потрясающе совершенно. Отсюда смотрится Рождественница 1225 года. Мы сразу обратили внимание, она очень тоже красивый храм, да, деревянный. Но мы сами же были в деревянном зоне, я так и с вами не летаем, да? Смотрите, вот они валы, кругом одна вода, а вот видите, там буквально 2-3 дня. Можете просто погулять по этому Суздалю. Встаньте, вспомните мои слова. Лицом церковь Ильи Пророка и скажете такие слова. Я вас люблю. И эхо вам люблю. 200 лет тому назад. Чем вы хуже царских осов? Даже последний Медведев. Вы находитесь в гостях у наших митрополитов. Видите, большой картин. Он, видите, в Сапосе называется. Чудо, а не печки. Если бы еще руками не трогали наших уважаемых гостей, было вообще замечательно. Но я повторяю еще раз, печки, вот этот Федор Алексеевич, а Петра-то видите, вот там, конечно, просунул портрет. Чего они? Я думаю, это колокола, часы. Завтра к 8 утра придет со мной на работу.